Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео. Сегодня будет у нас очень интересная посылка, так что оставайтесь и смотрите дальше. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Сегодня очень интересная посылка. Дошла эта посылка за 35 дней. Все, я никак не соберусь сделать стрим на канале. То того не хватает, то того не хватает. И вот одна из этих вещей, которой мне не хватало. Это камера. Это пришла веб-камера. Дошла она за 35 дней. Оценена $10. Оценена она в $10. Еще я заказал классный микрофон на подставке. Тоже должен скоро прийти. Но пока его нету, давайте откроем камеру и оценим, как она снимает. Приступим. Посылочка запакована не очень и опять заклеена скотчем. Я не знаю, кто их рвет, кто их клеит, что с ними происходит и зачем это вообще делать. Ну, предполагаю, что это на таможне проверяют, не шлет ли кто что-нибудь запрещенное, но не знаю. Вот была запакована вот такой мягкий поролон. Пакуют лучше, чем телефоны. Но это классно. И плюс еще вот такой вот пакетик. Вот она камера. Вот такая вот камера. Вот здесь вот я вам сейчас покажу, как она выглядит у продавца. Давайте посмотрим с вами, как она оценена, как она у продавца. Что же обещают нам? В этой камере нам обещают 1280x960 разрешение. Входик у нее USB. Плюс идет Super Jet, по-моему, он называется, штекер. Ну, штекер, который включает наушники. Что еще? 3 мегапикселя. 6 светодиодов подсветочки. И зум. Зум для настройки. Не знаю, насколько он хорошо работает, насколько плохо. Это мы с вами убедимся, увидим, посмотрим. И сверху есть еще какая-то кнопочка. Ну что же, давайте с вами попробуем включить эту камеру и посмотрим, что же у нас здесь есть. Еще есть вот здесь вот регулятор. Это, я так понял, скорее всего, звук. Итак, друзья, подсветочка заработала, но пока не могу никак запустить изображение. Сейчас попробуем. Итак, запустил я эту камеру. Вот видите, какое качество изображения. Ну, не скажу, что плохое, но и не особо хорошее. Думал, ожидал, конечно, лучшего. Ну что, чего ожидать за 300 рублей? Естественно, что ничего хорошего ожидать не следовало. Но хотя бы радует то, что она работает. Уже хорошо. Вот такая вот камера была сегодня у нас на распаковочке. Зум. Это я не знаю, как он, зум или не зум. Скорее всего, просто настройка четкости изображения. То есть для настройки четкости изображения. Да, он подойдет, вот она настроилась. Ну, вот так более-менее видно, хотя бы можно будет общаться в скайпе. Насчет стрима не знаю, все пытаюсь подключить камеру, на которую снимаю, чтобы сделать стрим на канале. Все-таки уже практически год, не практически, а год уже каналу, год каналу был, по-моему, полмесяца назад уже, в декабре, если я не ошибаюсь, в ноябре я, по-моему, начал снимать. Первые видео такие плохенькие были. Но первые видео вышли, по-моему, в ноябре. Уже год каналу. Вот так вот. Год каналу, никак не запущу стрим. Ну, будем надеяться на лучшее, что все получится настроить, нехватка времени, но это не важно. Это не важно. Видео снимаю, видео выходят. Сейчас немного притормозил с конкурсами из-за нехватки времени. Времени не хватает, так что с конкурсами пока немного притормозил. Но думаю, будет обязательно новогодний конкурс. Обязательно будет новогодний конкурс. Конкурс на Рождество будет. В общем, конкурсы будут. Ну, а тогда на сегодня, я думаю, все. С распаковками закончили. Пришла вот такая вот камера. Качество не очень, но для скайпа за 300 рублей пойдет. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, расскажите
что вы думаете об этой камере. Я думаю, ничего хорошего, но все равно охота услышать, охота узнать, что вы об ней думаете. Ну и оставайтесь с каналом. Всем пока, до новых встреч, друзья.